Всем привет, с вами Armor Z, и сегодня я вам покажу, как скачать PUBG от Quantum Studio. Заходим мы в обычный Chrome или в Google и пишем. Тап-тап. Ищем, вот здесь вот будет вот такой вот сайт. Вот видите, какой сайт? Заходим на вот этот вот сайт. Я оставлю ссылку в описании. Заходим в него и переводить не надо, пожалуй. Сейчас оно догрузит. И вот здесь вот, там где написано App, вот здесь нажимаем. И оно вроде бы должно начать скачивать. Не надо переводить там ничего. Android. И все, сейчас она начнет скачивать. Убираем Chrome. Всегда. Что за неполадки? Почему не хочет скачивать? Нажимаем ОК. И ждем, пока загрузится. Я восстановлю запись, когда она загрузит. Вот все скачался тап-тап. Пару секунд. Так, устанавливаем и открываем тап-тап. Если под этим видео наберется 10 лайков, я покажу, как скачать с Play Market. На английском языке. Не понимаю, почему так долго установка идет. Ну ладно. В принципе, подождем. Потому что видео и так будет коротким. Но я не знаю, какие рубрики мне еще снимать. Можете вписать в комментариях, потому что я не знаю, что снимать больше. Может, Rules of Survival. Возможно, Stand of 2. Возможно, читы на Stand of 2. Я знаю читы, и, возможно, я покажу, как скачать читы. Ладно, когда установится, я восстановлю. Не нужно уже восстанавливать. Так, открываем. Вот такая вот загрузка идет. Скажем так, тап-тап. Загружается приложение. Первый раз. Мину. Так, вот, только вы зашли, нажимаете на вот эту вот лупу. Лупу наверху. И пишем. И пишите. PUBG. Вот здесь будет, как вы видите, PUBG. Обычный от Quantum. Вот. От Quantum. Вот он. Вот от Тими. Здесь есть два от Тими и два от Квантума. Два от Квантума, во-первых, вот это вот, это обновление. Вот это вот не обновление. Но мы заходим не на обновление, потому что может и так. И нажимаем вот так вот на вот сюда. Оно начнет скачивать. Но у меня оно уже скачано, потому у меня не начнет скачиваться. Можно, кстати, вот это вот скачать. Тоже видите, у меня вот такое. У меня обе скачаны. Ну ладно. С вами был Armor Z. Всем пока.